Загуляю, забирают своих. Все сели в машину. Кто-то еще идет, кому-то еще место. Это сегодня 31 марта. Вот пришел, исповедовались. Вот еще что-то забыло. Ласточата. Сколько раз закрывается и выскакивает, то ли забывает что-то, то ли что. Это уже лужи. Снег выпал, ну немножко. Вот под лестницей видно, еще машины стоят. Что тут, ворота открыты. Кто там смотрит? Нет, ничего. Так, уселись. Так, за рулем сидит кто-то. Назад тронулись. Ток-ток-ток-ток, столб не задеть. Не выбирай. Опа. Нагрузились. Благослови, Господи, чтобы несчастья не было никакого. На дорогах опасно, скользко. Остальные там на исповеди. Вот машина подошла напротив входа в храм. Это большая щета. Вот я веточки вот эти прибил. Это закопал тут, чтобы видно было. Они шевелятся, и мне видно, что ветерок там идет. Вот оно. Вот, ворота-то не закрыли, это плохо, ломает их ветер. Вот оно. Да. Что у меня здесь? А вот. Что-то один толкется. Наверное, он уже зашел второй, то сейчас я фонарик взял посмотреть. Ну-ка. Что тебе? Ну-ка. Ничего пока нету. Вот она поела. И туда к нему. Под ней малыш сидит. Это ее муж. У нас немка была, Катя Эрлихта. Ну, не знала, как селезень сказать. Говорит, ох, и жирный уткин муж. А мы смеялись с ребятишками. А что смеяться-то? А мы не знаем, где энтер сказать, где что. Энтерих. Вот кто-то запирает ворота. Похоже, это Наталья Загуляева. Все закрыло. Очень даже похоже, что Натальюшка Валентиновна. Это видно, Алексей Загуляев там уже сидит. Бабок наберут всех и до автобуса довозят. Я пока с голубями-то возился, тут машины все разъехались. Благослови ее, Господи. Опасная дорога, прямо лед. Вот это положила, видишь, ворота прикрыла, заложила заборину. А вот там это Владимир. Наталья, она не видит, что я тут вижу ее. Вот она вышла. Заходит. А тут вот наш дом. Там мы сейчас только были, вербочки освещали. Завтра вход Господень в Иерусалим. А это сегодня 31. Вот 31 марта, полнолуние. Сегодня полнолуние ночью.
за полнолунием, после равноденствия полнолуния и в первое воскресенье. Вот и высчитали. Пасха когда будет и почему она не стоит. Потому что в еврейском исчислении календаря там лунные календари были. А лунный там 29 и еще там 6 часов. Бывает так, что не 12 месяцев, а 13 через сколько-то лет, как у нас високосный день. Ну, а перевести на григорианский, тут заметили, 13 дней ошибка, убрали. А какой стиль правильно? Ну, какой? Новый, конечно. А почему держите? Да от нас ничего не зависит. Так делать, какая разница? Из-за стиля еще будем терять общение. Все, пока. Машина, Игорь приехал. Вот идут двое, как в фильме Солженицына в круге первом. О. Это и до Надежды решила тоже поехать куда-то. Наберет тяжелые какие-то сумки, таскает. Сегодня 2 апреля 2017 года, понедельник, последняя страстная седмица. Я попросил кошек принести домой. О, как, закрылись. Все. Там видно, что-то шевелятся. Игорь Добунов возит. Это его машина попадала в аварию, там заплатили сколько-то. Вот там, где ползет. И сразу проходит вон туда дальше. Вот тут у меня Буска сидит. Я убрал шторки. Внимательно глядит, там воробьи. Она за ними. Тут у меня спрятаны голуби, тазик, пшеница. Сейчас не до этого. Они у меня там сидят. Три-то. Тут если голубь вылетит, сразу растерзают. За минуту ничего не будет от него. О, собачонка, видать, там что-то в машине. Казалось бы, только поехать, жду его, а он, вот он, садится. Все, теперь видно, поедут. Все, поворачивают. Вот он поехал. Ну все, слава Богу. Солнышко сегодня. Это Буска, тут темно, так она высвечивает. Вот она где. Это сидит, всех боится, Паля. Она маленькая. Не оправилась после болезни, что-то у ней так. А это рыжая здесь хозяйничает. Где мыши тут бегают, найти надо. Не вижу даже, куда она делась, рыжая. Угу.
Нету. Где ты, рыжая, а? Где? Все это тут завалено, мы не найдешь. Ну ладно. Какая-то машина подъехала. Наверное, Володю привезли. Ну да. Сейчас занятия идут. Сегодня пятница, 23 марта 2018 года. Палка привязывается, но он не стал привязывать. Вот он идет. Ну все. Что-то ходит там. Завязываю палку. Заворена называется палка, чтобы калитка не открывалась. Господь да сохранит все. Время уже без 15:06. Сегодня среда, 4 апреля. Занятия должны идти. Вот подъехал, похоже, Игорь привез Володю. Ну да, зеленая куртка. О. А Игорь поехал за женой. Марина тут рядом работает. Бывший краевой суд, где меня судили. А теперь там музей истории, литературы, искусства. Ну все. Володя с работы пришел. Все, калиточку закрывает. Завязывает. Случайно его увидел. Вот встречаем. Вот он идет. Теперь перехожу сюда. Вот, видать его. Там у соседей машина стоит уже не один раз. Вот Володя заходит. С работы встречаем. Провожаем, да встречаем. Барабаш приезжал. Да, понятно. Ну что, пока неизвестно. Там вода где идет, не там идет, где надо. Но они снег не прокопали, она и поэтому пошла, где удобнее. Пойдут сегодня там или завтра. Нормально все? Да, слава богу. Ну все, тогда я все. Главное, что я тебя захватил. Ключи. Это... Это сразу покажи, как ты их привязываешь. Такой закон. Ключи берет. Тут три ключа. Обязательно дернуть в петельку, привязать. У нас было теряли, и выход только такой. И теперь придет, отвяжет. Она длинная веревочка. А что топить-то? Не холодно? Нет, я там затопил утром. А-а-а.
Там это чья, Надежда Васильевна? Да, она принесла это. Выложить надо куда-то. Выложи. И кастрюлю отдай. Я не люблю, когда что-то. Вот она. Наша кастрюля рядом. Да ты сейчас разувайся хочешь? Ну, так неудобно. Выложить. Она принесла картошку Игорю угостить, а он не стал. Что-то, говорит, сытый. Видишь, как у нас все идет. Посуду сразу отдавать, чтобы не накапливалось. Ну, узнай там, как она съездила, что у нее, что-то с глазами. И Татьяна, это Петеримова муха, возит на машине, столько времени тратит. Главное там, что прошло. Спросил про Романа, ничего не известно. Полиция приехала, забрала вчера. А чего, как, от кого? Ну, я думаю, что это по запросу федерального инспектора, представитель полномочий президента. Потому что он там наворочил уже дело в интернете, везде. Это будут смотреть вся власть Антихристова, вся патриархия еретическая. А президента с патриархом рядом-то, естественно, его спросят. Несчастный. Сатане предал душу свою. Пошел к Надежде Васильевне, пока кастрюлю отдать, Володя. Теперь надо что ему? Пойти трубу, наверное, закрыть или что? Вот я посмотрю его ход как. Все хорошо видать. Вот придумали, сделали это. Запись. О, пришла. А кто пришла-то? Паля. Я сейчас... Валя. А вот Володя пришел, он там открывает двери в храм заходить. Все, дверь открыл, зашел. Вот ты сидишь в избе, в тепле, и все видно. Ну, а тут Паля пришла. Услышала, что я тут занимаюсь, разговариваю. Красавица такая у нас. Мышек, где бы только не шелохнулась, сверху соскочила, уже поймала. А там у меня голуби. Наверху-то. А раз голуби, много зерна, ну и мышей. Вот она. Ну тут ничего не сделаешь на свет. Вот так могу еще показать. Вот только назови ее Паля. Она сразу раз голову. Вот ученая кошка. Все. Это Игорь заезжает на работу Володю везти. Ну, нужно было книги привезти. Вот он привез две пачки, заходит. Вот Володя вышел. Игорь. Сегодня 19 марта 2018 года. За ним приехал. Что-то Володя бежит, что-то забыл. Что такое? Это Паля у нас выздоровела, балуется. Что-то забыл или что? Кто? Назад-то вернулся, что? Ключи принес. И там, ну ладно. Все.
Все, давайте помолимся. Давай помолимся. Господи, просим Твоей милости, благослови нас на труды в этот день. И мысли направь к Горнему. На помощь Твою надеюсь, Господи. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Да будете благословенны, и труд ваш безопасен и полезен. Работайте, молча молитесь про себя всегда. Сделайте, чтобы неповрежденные были. Это картошка у нас. Вот он, Володя прибежал. Сейчас тут посмотрим, куда он. Володя вышел, побежал. Ну и к воротам подходит, конечно. Три поклона. Благослови их, Господи. Все, с Богом. Вот он выходит, быстро торопится. Все, выходит. Просили книги. У них полный комплект. Два комплекта. Все, выходит. Благослови, Господи. Сегодня 29 марта 2018 года. Куда пошел? А, куда? На машину. И на этом все, не видно. Машина. Угу. Все по этому. Подъехал Игорь. Там сосед что-то ковры или что вытаскивает. А куда же у меня делся? А, Володя, это вон он. Что так Надежде Васильевне пошел еще? Паля, ты мне тут свет застил, а? А у меня на руке тут написано охрана. А это, надо говорю, не охрана считать, а охрана. Охрана. Вот она. Ох, тут надо запятую поставить, рана. Это моя рука. Повредил, вот сегодня. О, к Игорю там машина подъехала, что-то разворачивается. Володя, я сильно провожаю. А-а-а!
И опять она всю неделю, последний день оформляет инвалидность. И будут платить больше, ей назначают. На 3000 больше меня получает. Ничего себе. Ну, льгота. Вот он ее оставил, одну ее пошел. Я говорил, одну не отпускай, упадет. Создаст нам условия. Вот напротив храма. Это вот в фильме. В круге первом Солженицына вот так же заставка. Вот. Молиться три поклона. Сегодня 5 апреля 2018 года, четверг. Сейчас помашет мне рукой. Вот, помолилась. Так, Надежда сейчас. О, не успела, только один поклон. Мне еще памяти нету. Забывает, все тут же выходит. Как Исидор Пелосиот говорит, чем строже обращаешься к женщине, тем больше она привязана к тебе. Она понимает, тут скала, защита. А те, которые там лебезят перед женщинами, да вот, наша там начинает прекрасный пол. Еще он прекрасный пол этот. Писание так не называет, а называет Ева. Положила основание смерти, виновная во всех смертях. Вот пошел Игорь, это уже дальше поехал. Сейчас Никиту будет встречать где-то там на Чкалово, на главном центральном проспекте Барнаула Московске, а теперь называется Ленина. Вот так. Паля сидит. Сейчас я пойду в город. Все, пока. Стул мешается, я уберу его сейчас, тащу сюда к себе, дать ей дорогу. Она, это голубка, ей надо тут, наверное, сейчас я отцеплю от провода. Вот так. Она попила, сейчас ей надо соль с глиной. Это у меня сизари, дикари в комнате. Сколько нового узнаю. Нигде про это так не читал. Как они распределяют между собой заботу о малышах. Удивительно. Вот я тут насыпал. Там тоже у них еда. Они вон находятся в коробке. Вон там находится сюда. Это на первый этаж, вот где два этих отверстия. Это уже нижний этаж, а это вот залазит где. Это прямо уровень второго этажа. В втором этаже у меня на ночь тут Паля спит. Паля. А здесь это.
сколько времени. Рядом прямо сидит околонок. Совершенно дикие. Так что голубей приручать можно. Это не черная пантера. Все, пока. Почтальон. О! Что-то тут она принесла. Опознавато ее заметил-то. Письма, газеты. Пошла, видно, к соседу выложить. Вот так. Без почты плохо. Мы все время вот посылаем кое-что, книги в основном. Пошла куда-то к соседу. К соседу только к тому. Старик там живет, а тут больше никого и нету. Кто может получать? Ага, идет. Надо идти смотреть, что она там наложила. Труженица. Почта – это большое дело. И у апостолов были писания, их послания разносили. Ну, вот она пошла. Это наши домы-то последние здесь. Она, видимо, захватила и пошла. Это я не вижу, куда она пошла дальше-то. Нигде не видать. Вообще нету. Шагнула и как в небытие ушла. Ну, видно, на ту сторону перешла. Все.